карнавала возникли еще в средние века. Это очень яркое зрелище. Сейчас очень многие туристы едут в это время. Весь город одевает красивые костюмы, маски. И происходит такой вот волшебный карнавал. И еще Паганини на эту тему написал венецианский карнавал. Вот вариации на эту тему. Очень много инструментов ее играет. Вот мы решили сейчас тоже подготовить этот номер. Ну, он еще, как видите, немножко сырой, в доработке, но уже какие-то намётки есть. Вот, ну, с самого начала тема, сейчас она неплохо прозвучала. Ну, давайте по порядочку, я уже поработаю еще раз. Прям начинаем с того. Thank you.
подальше оставляем пальчик, тогда не звонки. И четко, это координационно, да? Четкие координации работать. Отработать, чтобы все это было, чтобы они были звонкие и как колокольчики. Попробуем. И везде, если придираться, да? Так что ждем вас в 5 часов. Сейчас можете немножечко передохнуть. Спасибо.